Всем привет! С вами Ирина, канал в Светике. Сегодня воскресенье, 9 сентября. Я на базе «Цветы Юга». Пришла посмотреть на знаменитую оценку. Ну, как они объявляли, оценка воскресенья. Вот я приехала. Приехала часов в 11. Ну, уже, смотрите, аншлаг. Честно говоря, я уже посмотрела там все. Простите, эта машина просто всех оглушила. Я там посмотрела. Зрелище печальное, но не... Не огорчайтесь, это разбирали люди, видимо, с утра. Поэтому... Ну, орхидей очень мало, белые, сиреневые. Никаких котлей. Ну, вот розочки по 100 рублей. Вот это были красивые. Женщина забрала, наверное. Ну, то есть, как вам показать это царство? Разнообразные цветы. В принципе, можно выбрать. И люди, видимо, с утра выбирали. Это так все разрыто. Сейчас. То есть, на любой вкус. Ой, фиалочек сколько. Не знала. Фиалочками у меня одна подружка по интернету, Лена. Ее, наверное, такими не удивишь. В принципе, хорошие фиалочки. Правда, не махровые, простые. Ну, в пределах 100 рублей. 150 рублей, я так поняла. Тут хорошие прям цветы. Хризантемки. То есть люди приходили, вот смотрите, просто тут шло рытье, рылись. Здесь по 50 рублей вот эти, по-моему. Но они разные бывают, и по 100, и по 50. Какой-то стаканечка, минички, розочки. То есть вот такие закоулочки, где каждый может найти себе цветочек по душе. Ну, орхидеи. Вот смотрите, что белые, сиреневые, большие. Большие, по-моему, по 300 рублей даже здесь я брала. 350 даже. Поэтому... Тут бы одну котлеечку найти, слышите. Вот это что? Нет, это тоже такой... Ну, вот они почти все вот такие, девочки. Поэтому, если что-то найти, нужно рыться. Еще раз рыться. Ну, эти, наверное, давно уже стоят на оценке. Вот еще один ананасик остался. Я теперь не знаю, куда свои девать. А тут даже что-то подписано, не знаю, там ли я смотрю. Вот любителям фиалок можно проехать. И набрать сегодня, по крайней мере, обычно нет. Вот любителям хризантем. А что, их почистить там, пообрезать, и можно сажать. Они еще во все подцветут. Вот розы. Они еще с бутонами за 100 рублей. Вот такая зебрина, которая росла без света. Поэтому бледненькая. Посмотрите, бегония. Не знаю, с бегуниями у меня как-то не складывается. Вчера приехала с работы, а сын оставил кошку в доме, и она посбрасывала мне бегунии с окон. Все пообломала. Так что я опять без бегуний. То они у меня отгнили. Я их выносила на улицу летом. Потом я их занесла в дом. Думаю, иначе они не могут на улице. Они у меня отгнивают.
хотя поливала через поддон я их. Ну, в общем, не знаю, третий раз пытаюсь бегуни завести. Не судьба. Вот цикламенчики. Вот я, кстати, видела красивые цикламен. А, вот они, цикламен. Стеллаж цикламен. Вот, посмотрите. Это для Краснодара, конечно, девочки. Можно еще, сейчас еще утро. Нужно сгонять, если кому-то что-то надо. Ну, я так понимаю, что здесь очень хорошо уже разобрали. Вот какие цикламены еще есть. Вот такой я смотрю на него давно. Может, взять мне его? Это уже не уценка, но продают их чуть подешевле, поскольку они повялые. Вот. Вот прям даже такой красавчик стоит. Но она на месте оценяет. Я не думаю, что они ее так уж оценят. Хотя у нее там уже желтеет. Все желтеет. Ну вот еще стеллажик таких. Внизу сиреневый. Ну, наверное, их все равно подешевле продают. Потому что я здесь нашла одну единственную пульсацию, которая осталась. Я, кстати, приехала за ней. Завтра я Елене бергер буду отправлять. Никак не могла найти пульсацию подешевле. Они все по 1000, по 1500. Самая дешевая 1200 я видела. Вот этот очень симпатичный. Не знаю, я уже взяла. Я хотела там показать его на машине. Но девушка включила мотор и так и стояла. Тоже по телефону общалась. Поэтому я там не сняла. Пришла сюда сначала поснимать. Ну, вот состояние, видите. Я взяла пульсацию и еще несколько уциночек. Миночку нашла цветущую. И без горшочка. Ну, вот что-то интересное. С двумя стволами они будут продавать дорого. А вот еще одна пульсация. А что ж я не разглядела. Вот такую я взяла тоже. Остался один цветоносик там, второй обломанный. Вот. Там корней не видно вот в этих пакетиках, поэтому берешь, страшно брать. Ну, в принципе, там это листик чуть-чуть желтее. В принципе, можно взять. Вдруг еще кому-нибудь понравится пульсация. Я так долго гоняла за неделю. И сегодня у меня давление после вчерашней работы. Ой, я показываю. Неизвестно что. Простите меня. Хотела уже не ехать. Поскольку Лена говорила, что Ира, уже не заморачивайся. Уже потом когда-нибудь встретится. Ну, такая прелесть высокая. Ой, пойду я вам хорошие покажу. Там есть что посмотреть. Плохо, что вот эта сторона, она без света. Вот смотрите, какая прелесть. Бетоны, бетоны. Вот и очень красиво. Но она, наверное, будет 1100 стоить. Как в прошлый раз мне заявила их менеджер. Они двух на 20 оноса. Очень красивая орхидейка. А вот такая же. Ну, на камере бледная. И свет такой, видите, что? Никак. Есть еще вот метанеопсисы. Угу. Ну и анцидиумы досыхают. Ой, здесь были такие котлеи. Я забегала когда на неделю. Но их нету. А
А вот брассия, смотрите, тоже брассия. Вот видите, когда с камеры снимаешь, намного больше находишь, чем просто бегаешь и смотришь. Так, я ее поставлю. Ну, тут огромные белые, розовые. Вот смотрите, какая красота. Да. Видно не очень. Такая красота. Я попробую узнать, сколько они стоят. Схожу. Я вот тут бульбочка гнию. Ой. Вот такую я недавно видела в Ашане. Правда, она была темнее. Но она стоила там 800 рублей. Стоят. Что у нас тут еще есть? Ура, ура, дендрополиносик, ура, ура. Я за ним хотела ехать еще в другой магазин. А не. Извиняюсь. Просто там стояли дендробионы. А он так цветоносик выглядывал. Я думала, это он. Прошу прощения. Вот еще такие брасы есть. Желтенькие. Камельтоны. Очень плохо снимать. Вот. Наконец-то с этой стороны освещение. Ну вот смотрите, стоит фронтера. Вот такая прелесть. Это уже она один ствол. Я прям даже всерьез думала ее взять. Цвет очень красивый. Он такой. Ну не алый, но... Не знаю, не поймаешь. Красиво очень. Ну и вот каменная роза. Каменная роза, наверное, по 1100, как они объявляли. Не знаю, как сегодня. Вот еще одна легата. Но это уже новые, или они из запасников достали. Эти цветочки, их не было на неделе. Вот такая еще красоточка. Вот эти красные. Куда-то они их достали. Что там еще? Ой, вот эта прелесть мне нравится. Что еще? Ну, дальше идет стандарт. Вот, смотрите, сколько брасей. Это с другой стороны стеллажек. Вот анцидиумы, брасей красные. Есть там и желтенькие. Показываю вверх. Этот стеллажик. Ой, какая прелесть. Такая пятнашка прекрасная. Но вот в этих коробочках, боюсь, спрашивать. Они там по 500 рублей, по 600, а они уже начинают вянуть. Вот такая прелесть. Что внизу? Это такой легато. Огромное. Ну и нет, не знаю. Да похоже, но почему-то оно прям розовое при розовое. Да-да, это оно. Очень большой горшочек. Метровый практически. Ну там корни есть. Сквозь темный пакет что-то светится. В принципе, можно брать. Какую цену только. Язык у него не оранжевый, а какой-то прям... Она яркая, и язык у нее прям красный. И сама она больше розового, чем желтенького. Но по всем остальным признакам это оно. Легато. Еще есть. Посмотрите, такой же интенсивного цвета. Я такой же большой. Пятнашка очень красивая. Очень красивая пятнашка. Так, что ж я пропустила? Где-то, знаете, я видела цимбидиумы. А, вот они, сейчас я дойду. Ну, вот внизу я вниз показываю белые в основном. В основном белые. Вот такая красотка. Вот цимбидиумы. Ой, пока я цимбидиум, потому что я три дня
разбирала. Ну, свои не так усиленно ковыряла. Я свои, ну, конечно, гнилые удалила, корешки. Ой, какой красавчик. Там что-то и розовое, и фисташковый цвет. Поковыряла и как бы посадила, и все. А вот на которую посыла, там надо же было до корешка все убрать гнилое. Ну, мы справились, она подсохла. Я переехала вчера с работы в хорошем сухом состоянии, уже легкая. И завтра поедет к своей хозяюшке. Очень красивый цимбиум. Желтый, чисто желтый. С такой губой. Но не ярче. Эти наши стеллажи заставили другими высокими цветами. Ну вот. Я прошу прощения, но быстренько покажу все остальное. Поскольку все-таки мы как архоголики, архоманы. Нам интереснее это. Ну, цветов очень много. Смотрите, спатифилумы, кротоны. Вот такая прелесть. Тут хоть солнце видно. Что-то можно заснять. Более-менее. Ну, как всегда, фикусов. Очень красивые, кстати, фикусы здесь хорошие, хорошего качества. Их тут покупают прямо в машине. Что здесь еще показать? Ну, там, наверное, что-то припрятано. Да, вижу, легато стоит. Вот это малиновые огромные. Еще там какие-то. Ну, что есть, то есть. Ну, наверное, у них есть... как закупщики, или как назвать, люди, которые покупают постоянно из магазинов, и им оставляют. В принципе, ничего такого ужасного. Все мы понимаем. Мы уже добираем остатки. Ну, вот, красотень покажу еще. Фикусы шикарные. Ну, вот парочки. Покажу вам еще стеллажи отобранные, которые нельзя нам брать. Посмотрите. Полюбуйтесь. Ну, в основном вот такие, конечно. Ой, вот это интересная какая, да? Вот, похоже на Манхэттен. Здесь почему-то он мелкий у них, Манхэттен. Ну и там тоже такие же, в принципе. Это такой большой стеллажик. Ну, поскольку сентябрь, покажу вот эти карандаши. Честно говоря, мне их жалко всегда. Я думала красить, а это что-то такое. Как бумага вот бархатная бывает, вот таким чем. Ну, прикольно, да. Кактусы какие, смотрите. Наверное, это им тоже приживляют. Вот такой я знаю, у меня был кактус. А вот такой шапки на нем не было. Это, наверное, все привитые, а то и приклеены просто. Видите, они уже сохнут. Вот даже цветочки сухие приклеивают. Ну, что сказать. Вот такая девушка у меня теряет вот эту полоску на улице. Новый росточек вырос без варигатности. Значит, не нужно и на солнце особо. Нужно в тенечек. Ну вот, не пентас, он бедный, сохнет. И вот сниму свои покупочки сразу в машине, поскольку дома мне неудобно. Будет снимать не то, что неудобно, а некогда и неудобно, потому что все у меня разложено. Буду собирать посылочки, паковать уже, завтра отправляю. Ну вот, Елена, смотрите, нашла я пульсацию по оценке. Даже две, но это похоже, вот вторая. Ну, взяла уже вторую, мало ли кому-то еще. Я три раза за ней, если не больше, ездила. Наконец-то их оценили. Но оценка, видимо, началась... вчера, в субботу. Ну, очень разобрано, очень все пусто, вы видели, да, уже разграблено, все куплено.
Вот, нашла такую миничку цветущую. Она чуть-чуть отливает розовым. Вот как моя. Помните, я такой кустик купила, отпоила. Он мало того, что продолжает цвести, он еще наращивает у меня два бутона. Но она вот так вот без горшочка. Ну, зато видно корешки. Прекрасная миничка. Взяла вот такую еще, поскольку что себе брала, я тоже уже усушила, готовлю к отправке. Меня ее взяли. Ну, мне не жалко, в принципе, тут пятнашек всегда бывает много. Ну, вот и все. Пока все мои покупки. Хочу проехать еще в один магазин, тут не очень далеко, поскольку раз уж приехала, все-таки хочу дендробиум поискать, дендрофаленопсис, вернее, поискать на оценочку. Ну, вот так как-то. Всем спасибо, кто смотрел. С вами Ирина. Пока-пока.